American Sturgeon. 야, 인테리어에서 꼬리 갔어, 이제. 그 키, 그렇게 지워. 야? 네. Из России. Я тоже по-русски говорю. Я чувствую, вы по-английски говорите, да? Молодец. Откуда? Из Москвы. От кого? А, из Москвы. Москвы. Это на стерлинг похоже. Да, ага. Какой рыба в Казахстане есть? В Казахстане? Да. Ну, это как называется? Я только знаю, как по-английски, по-русски не знаю. По-английски там называется. Ну, у нас она называется стерлиц. Может быть, стерлиц. Вот такая. Ага. А вот этот немного крутой. По-русски дискус. Дискус, дискус. Молот, рыба молот, нет? Нет. Это типа вот Миссисипи. Правильно говорит. Стерлядь. Миссисипи? Да. Странная рыба. Это вот это. Каспийское море, да. Каспийское, да? Есть такое. А. Им не хватает кислорода, они жабры открывают. Да, им да. Не хватает кислорода. Но нет, я нет. Думаю, что такое у вас нет. Нет, нет. Нет, такое нет. Только такое скажут. Да. Да. А у нас в реке ямцы водятся. Стерлядь водится, да, да. Ну, вот это, а это китайский. Mm. Это китайский маленький. Здесь кто живет? Нет, не получится. Да вы присмотритесь. А, вон есть какие-то раки. Да. Вот они, раки-то. Нет, знаете, все-таки на раков это не похоже. Я бы не сказал, что это раки. Птица.
А тут-то где животные, а? Кто здесь живет? Да Саша нашел что-то. Да. Какие-то эти ежи, что ли? Нет.这海葵你看多漂亮，哎呀，这色儿，这跟海葵多么像啊！海葵你看写的是，是应该像海葵似的，差不多。天哪，都漂亮，它中间红的，边上是白刺儿。 这白的也是，这白的也是，这个东西，它是西的那个玻璃盘儿。嗯，我那个是也是过来。这个鱼法，这个，这个，它就是海豹，对。它就是海豹，对。他们说的，可惜，rib 比肚 правильно, петух. Сейчас, ребята, час там представление. 1:30 Хорошо, спасибо еще раз. А потом мы посмотрим. Потом посмотрим, пойдем. Товарищ попался, да? Ага, мне батарейку менять как раз надо. Ничего страшного. Ну давай снимай, потом перепишем в кино. Ой. Живут русалки, Саша. Да я вижу. Bye.
其实有跟着的，你看，就跟着。其实呢，这个问题很简单，你要大家呢，在看海豹家的时候，注意观察一下我们驯兽员手里拿的究竟是什么。答案很简单，你一看就可以知道。在看到精彩的表演之后，还可以拿一些水喂喂它们。和这些小精灵们沟通一下感情。这个是在1点整的时候，大家可以看到他们非常精彩的表演。大家再耐心的等待几分钟。 这两只海豹呢，一只叫豆豆，一只叫笨笨。一位是先生，一位是小姐。等一下，大家在看表演中呢，也可以观察一下，究竟是笨笨小姐灵活一点，还是豆豆先生聪明一点？靠吃的吧，应该是带鱼。啊，没吃的就不行。首先由男女团豆豆又是水面浪的名字。观众朋友们，我们演出现在开始了，大家注意观看。